Посада Гейхёры Христа с Христа отлично впишется в любую смешанную посадку и украсит ее красивыми листьями карамельного, розово-пурпурного и персикового оттенка. В конце весны кусты начинают цвести, выпуская стрелки с кремовыми цветочками. Эффектный многолетник гармонично смотрится со стебальдой, геранями и декоративной осокой. Для посадки рассады Гейхёры Христа с Христа лучше всего подходит полутень, но при частых поливах растения также хорошо переносит солнечные участки. Главным условием ухода является умеренный полив, так как переувлажнение может стать причиной развития болезней. Гейхёра с Христа это травянистый высотой от 15 до 25 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка кремовый. Летом листва карамельный. Гейхёрус Христа создал Таноува. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.